Никто из украинских олигархов не может управлять президентом Украины Владимиром Зеленским, ставя на пост премьер-министра своего человека. Об этом заявил в интервью изданию «Комментарий» заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» народный депутат Евгений Кравчук. Кравчук также отрицает возможность влияния олигарха на выбор президента Зеленского. Последнее слово в кадрах всегда за президентом. Я не верю, что президенту какой-то олигарх может сказать, что будет этот премьер, и он будет сидеть и выполнять все прихоти. Нет, так не будет, рассказал Кравчук. Прошел год, как Шмыгаль возглавляет украинское правительство. Его предшественник продержался на посту менее года, после чего был заменен. В связи с этим в сети начали говорить о возможности очередной смены премьер-министра и отставки правительства. По словам Кравчука, для такого шага необходима единая позиция фракции. В случае с Шмыгалем, то надо понимать, что мы формируем самостоятельно это правительство, монобольшинство. И, конечно, для его замены должна также быть всякая причина, единодушная позиция всей фракции, сказал Кравчук. Добавим, что информация о том, что предыдущий глава правительства Алексей Гончарук якобы был человеком олигарха Виктора Пинчука, нардеп Евгений Кравчук опроверг.